нас сейчас еще попросили сегодня приветствие, как молодая, не могу сказать авторша, молодой автор Маргарита Шилова и отличный эскет Александр Кулаков. Они хотели спеть песню, которая, значит, как бы вроде как посвящена мне, но сейчас послушаем. Спасибо. Пожалуйста, как бы решилось там. Здравствуйте, друзья! Своему любимому автору Александру Моисеевичу Городницкому я посвятила письмо, которое называется «Записок кариатиды». Ну, это, как вы поняли, такая перекличка с атлантами, которые держат небо, только атланты питерские, кариатиды московские. Я подвину микрофон, я хочу на вас смотреть. Я не могу спиной. Угадать бы, где в судьбе моей трещина, для чего меня такую зачали, что родиться довелось слабой женщичами. Я и рада бы кружить над эпохою, сеять счастье и тепло без усталости. Только это современникам пофигу, не дозволен мне триумф женской радости. А голуби гуляют по крышам, им оттуда выше до неба. Только чем поднимешься выше, тем меньше шанс найти крошек хлебных. Мой оклад, он держит небо со звездами, подпирает южный крест мироздания. Пусть говорят, что 300 лет на стоженьке он живет архитектурным созданием. Я не буду верить в глупые домыслы. Я недавно прочитала у классика, что бывают еще светлые помыслы, что дождемся еще женского праздника. А голуби гуляют по крышам, им оттуда ближе до неба. Только чем поднимешься выше, тем меньше шанс найти крошек хлебных. О высоком мыслить нынче не принято, и на кухнях о судьбе не беседуют кавалеры, аксельбанты и мамонты. В пыльных книгах антресоли наследуют. Вот угадать бы, где в судьбе моей трещина, и для чего меня такую зачали, что родиться довелось слабой женщины с мужскими плечами. Спасибо. Я всегда смущаюсь, когда молодая красивая женщина поет песню мне посвященную. Вот, и поэтому я вынужден вспомнить обращенные ко мне стихи все того же моего друга Игоря Бегермана. Любовью давнюю маня, не искушай меня без нужды, все, что осталось от меня, годится максимум для дружбы. Я прошу прощения. Давайте немножко меня добавим. У меня такое ощущение, что у меня что-то голос убрали. Гитара не забивала? Нет. Нормально. Сейчас нормально слышу, да? Окей, хорошо, спасибо. Тогда я просто... Количество записок превысило все возможные нормы. Я сейчас попытаюсь все-таки начать тогда с записок, чтобы... Там что-то еще лежит, да? Да, это мы спели. Так. Песня, которую очень редко пою. Кстати, вторую еще просили спеть песню. Что за садик? Что за... Это новогодняя песня. Написана от лица женщины, кстати, в свое время.
Дай помощь немножко. Что за саги, что за руны, на дворе метель поет. Подари мне, милые струны, для гитар в Новый год. Словно сестры отзовутся мне они на имена. И покуда не порвутся, буду я тебе верна. И покуда не порвутся, буду я тебе верна. Скрыт туманом профиль лунный, свечка тонкая плывет. Подари мне, милые струны, для гитары в Новый год. Сохрани тепло мелодий, жар моих горячих рук. Потому что все проходит, остается только звук. Потому что все проходит, остается только звук. Не всегда мы будем юны, время смутное грядет. Подари мне, милые струны, для гитары в Новый год. Пусть не верит нам удачи, но хотя бы на момент. По девчоночке заплачет, засмеется инструмент. По девчоночке заплачет, засмеется инструмент. Океан качает шхуны, а земля полна невзгод. Подари мне, милые струны, для гитары в Новый год. Что сидишь ты без участия, что грызешь ты пирожок. С Новым годом, с новым счастьем, с новой песнею, дружок. С Новым годом, с новым счастьем, с новой песнею, дружок. Гитара правильно не заглушает, потому что я слышу одну гитару, да? Хорошо, еще одну просили спеть из старых лирических песен. Это уже осенняя или новогодняя. Как грустно, как грустно. Нет, нет, вот прям как вы. Как грустно осенняя вода, как печальные пристани пустые, вновь сентябрь на наши города. И вода кидает золотые, вновь сентябрь на наши города. И вода кидает золотые, и еще спеша и светясь, все равно смешно нам и горько, трепыхаясь в лиственных сетях. Мы плывем со временем вдогонку, трепыхаясь в лиственных сетях. Со временем догонку, ни надежды не будет, ни любви. За его последние границы, ах, поймай меня, останови. Прикажи ему остановиться, ах, поймай меня, останови. Прикажи ему остановиться, только ты смеешься, как всегда. Только ты отдергиваешь руки, надо мной осенняя вода. Начинает песню о разлуке, надо мной осенняя вода. Начинает песню о разлуке, как грустна осенняя вода. Как печальны пристани пустые, вновь сентябрь на наши города. Вода кидает золотые, вновь сентябрь на наши города. И вода кидает золотые. Ну, я хотел начать одну совсем новую песню, показать этого года. Не проните меня. То есть не этого прошло. Шарик мчится вперед, неуклонно вращаясь. Ночь длиннее становится, день ото дня.
Я по-английски пойду, не прощаясь. Не броните меня, не броните меня, если я по-английски пойду, не прощаясь. Не броните меня, не броните меня, не броните меня, ибо знаю я точно, что от вас насовсем никогда не уйду. Если кто-нибудь вспомнит забытую строчку, что придумано мною в далеком году, если кто-нибудь вспомнит забытую строчку, что придумано мною в далеком году, значит, все не умрет, значит, что-то воскреснет. Время хрустнет опять, как сучок под ногой. Если кто-то другой запоет эту песню, о любви говорить будет кто-то другой. Если кто-то другой запоет эту песню, о любви говорить будет кто-то другой. Никогда не умрет чувство чести и долга. Никогда не умрет наша юность, друзья. Если чайно на флоте, где плавал я долго, есть команда короткая, делай, как я. Не случайно на флоте, где плавал я долго, есть команда короткая, делай, как я. И покуда волна набегает на берег, и покуда вода вниз бежит по реке, будут люди в любовь настоящую верить. Свой счастливый билетик зажав в кулаке, будут люди в любовь настоящую верить. Свой счастливый билетик зажав в кулаке, пусть не плачут потом надо мной одаринские, пусть потом надо мной не рыдает родня. Если я не прощаюсь, уйду по-английски. Не броните меня, не броните меня. Если я не прощаюсь, уйду по-английски. Не броните меня, не броните меня. Дети синие барды на западе, поющие на русском языке. Не блатные и не шансон, а гражданственные, политические и так далее. Разве сейчас в России так все прекрасно, даже в Токарево рисовали за песни об эпохе Ельцина. С уважением Богом. Вы знаете, вот я, честно говоря, я не знаю, и за рубежом, то есть мне сейчас довелось побывать на фестивалях, на американском фестивале «Восточное побережье», русской авторской песни. И в Канаде я был, в августе, что ли, да? Ну, вот там был вечер памяти Галича, и, кстати, вот такой контраст. Вот Галич там пел замечательный, Кривошеев отсюда приехавший, там еще Кривошеев, да, Максим. Вот и так далее. А вот, ну, ничего ни там, ни тут, соизмеримо нет. А, кстати, как я тоже считаю, что одной из причин кризиса авторской песни является полное отсутствие протестной составляющей, потому что то, что сегодня называется авторская песня, это такое, давайте сделайте нам красиво. Это развлекаловка, это шоу-бизнес. Я не буду называть имена такой. В такой степени, но в лучшем случае лирика. Но в лучшем случае лирика. И то, мягко говоря, такая беспроблемная, я бы сказал, лирика. Вот. А что, нет в России проблем, что ли, сегодня? Странно. И мне кажется, что вот отсутствие протестной составляющей, я уж не говорю там Галич, не говорю мой друг Ким, ранний Ким, я имею в виду, или там Владимир Высоцкий и прочее, прочее, прочее. Понимаете, и вот это, конечно, не внушает никакого оптимизма отчасти нынешней авторской песни. Но ждемся. Вот я очень интересно получил несколько лет назад, и в этом же зале, кстати, записка возникает. Дорогой Александр Васильевич, как, по-вашему, будет развиваться
авторская песня в России в следующую эпоху застоя, к которой мы приближаемся. Интересная мысль, да? Вот. Дальше. Так. А, вот, пожалуйста. Кстати, Севастополь останется русским. Это ведь я не подбирал записку. Дело в том, что... да, я вам расскажу интересную историю. Значит, в ноябре месяце, вот тут происходит замечательная женщина Татьяна из Праги. Значит, меня приглашали в Прагу. Там вот такой, я бы сказал, официальный визит. Меня официально принимало русское посольство. Замечательный человек, сегодня русский посол там. И там был прием в мою честь, и, естественно, там всякие дела. Вот, оттуда мы прямо с Александром Николаевичем полетели в город Киев, где у меня были снаряженные концерты в Киеве. В доме офицеров большой зал, все было хорошо, весь Киев, Киев был обклеен моей физиономией, и там был аншлаг. А этот менеджер мой из Киева, он очень грустный. Говорит, знаете, говорит, я очень расстроен. Я говорю, что такое? Аншлаг полный. Все. Понимаете, обычно на афишах приезжающих из России там, артистов или там, поэтов пишут при поддержке посольства Российской Федерации. Тут вот Никитин был, и все написали. А когда я с вашей афишей приехал, мне сказали в посольство, что Городницкого посольство России поддерживать не будет. Я это очень расстроен обстоятельством. Я говорю, я думаю, почему, да, отчего, а потом все-таки догадался, чтобы не подписываться официально под этой песней «Севастополь останется русским», что если не официальная позиция нашей администрации, а это личное дело господина Городницкого. Да? Вот такое дело. Смотрите, не только моя личная дело. Вот, а по России рассказать история. История простая. На прошлом году, понимаете, я все-таки человек дико имперский. Мы сами, вот я же старого, так сказать, покроя еще, вот человек. Значит, мы сами иногда в себе этого не ощущаем. Вот, а на прошлом году меня каждый год приглашают на фестиваль «Балаклавские каникулы». Это в Балаклаве, там, в базе флота бывшей и так далее. Проходят очень хорошие такие фестивали, там, на украинских авторов, наших и все такое. А тут, значит, я приехал в очередной раз, и главный редактор газет, «Севастопольской газеты» Андрей Соболев такой, начал мне рассказывать, пока мы ехали из аэропорта в Севастополь, или там в Балаклаву, о том, как притесняют там, что Пушкина только в переводах на украинский заставляют в школах читать, что телевидение наше там не показывает, что русские газеты закрываются в Крыму, где там большая часть русского населения, и о притеснениях русского языка и прочее, прочее. Ну и вот, что Севастополь туда-сюда. Ну и у меня, значит, моя, значит, это самое имперское взыграло. Я написал песню, а я там приезжал, значит, как, ну, как почетный гость, там где-то что-то поет, а меня там старичка выкатывает на коляске, я там слабой рукой дрожащей, как шаровым стариком держали, но там благословляю, они поют, а я там отдыхаю. Вот. А заключительный концерт фестиваля был, есть такой, если кто был в Севастополе, знает, замечательный, кстати, город, мы с Хрустальной. На нем стоят огромные бетонные фигуры последних защитников Севастополя. Такие гигантские бетонные фигуры, прямо на краю моря. Значит, смертельно раненый краснофлотец, умирает на руках красноармеец. И прямо под открытым небом, при свете прожекторов, вечером стоят заключительный концерт. Толпа собрана довольно большая, ну, на улице. Да, и я говорю Андрею, знаете, вот Андрей, я вот написал песню, ну, он говорит, спойте, я говорю, ну, так я боюсь, что потом у вас какие-то будут проблемы из-за этой песни. Он говорит, да что вы, да, что от меня ждете? Да, значит, ну, пожалуйста. И мне Сережа Никитин ее подобрал, кстати, есть в Ютьюбе, это первое исполнение, снято на видео, и есть оно в интернете, можно его воспроизвести. И уже после первого припева, после первого куплета, когда толпа стала хором подпевать, я уже сам как-то был, может, не рад, но я уже не мог остановиться, естественно. Потому что из песни слов не выкинешь. Вот. Пахнет дымом от павших знамен, мало проку от битвы жестокой, стал последний вчера бастион, и вступают враги в Севастополь. Израненный молвит солдат, спотыкаясь на каменном спуске, этот город вернется назад. Севастополь останется русским, этот город вернется назад. Севастополь останется русским. Над горбою приспущенный флаг, в небе ветер птичные стаи, вдаль уходит по
последний моряк, корабельную бухту оставив, и твердит он, смотря на закат, и на берег покинутый узкий, этот город вернется назад. Севастополь останется русским, этот город вернется назад. Севастополь останется русским. Что сулит наступающий год? Снова небо туманное мглисто. Я ступаю в последний вельпот, покидающий Крамскую пристань, и шепчу я, прищурив глаза, не скрывая непрошенной грусти, этот город вернется назад. Севастополь останется русским, этот город вернется назад. Севастополь останется русским. Тоже 70 с хвостиком. Ах, с хвостиком, да. Она с ее друзьями играет 12 человек. Очень прошу вас поздравить. Поздравляю, конечно. 12 человек, ваши большие поклонники. Любой песни на ваш выбор. Ее зовут Нина Ивановна. Нина Ивановна, с большим удовольствием поздравить с какой-нибудь песней. Ну вот какой? Да. Сейчас сообразим. Жена французского посла? Ну хорошо, вы как именинница имеете право заказа. Надеюсь, все знают печальную историю этой песни и те большие неприятности, которые, значит, я за нее получил. С вами, когда таскали в КГБ в Ленинграде еще и, значит, требовали признания в интимной связи с женой буржуазного посла. Да, и потом, ну, в книге «След в океане» все это частично, значит, описано. А вот конец я люблю рассказывать, может, кому-то уже я рассказывал, но в книжке этого нет. Когда пару лет назад в театре современной, школы современной пьесы на Трубной площади мы с Александром Николаевичем выступали, и есть фотография, кстати, где-то даже, это. В конце первого деления на сцену поднялся совершенно черный человек в смокинге с бабочкой, официально в протокольной одежде, держа в руках огромный там-там. И на хорошем русском языке сказал, что по вручению превосходительства чрезвычайно полномочного посла Республики Сенегал в России господину такого-то, он имеет честь вручить господину Городницкому там-там знак уважения за то, что в России впервые за всю ее историю написали песню о Республике Сенегал. Я надеюсь, что меня поддержит зал, во всем случае в части припева. 70-й год, Дакар. А мне не дали сняться и гари, ни поля, родные ни леса. А в Сенегале, братцы, в Сенегале, я такие видел чудеса. Ох, мне слабы, братцы, ох, мне слабы, блеск волны, мерцание весла. Хор, крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Хоть французский я не понимаю, и она по-русски нифига, но как высоко грудь и ногая, как нога, высокая нога. Мне нужны тебе другие бабы, всю мне душу Африка свела. Хор, крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Дорогие
братья и сестрицы, что такое сделали со мной. А все мне сон один и тот же снится, широко экранный и цветной. И в жару, и в стужу, и в ненастье все сжигает он меня дотла. В нем постель распахнутая настежь и жена французского посла. В нем постель распахнутая настежь и жена французского посла. Тени тундры. 72-й год, острова Игачи. На мхах и травах тундры, где подспудно уходит лето, быстрые секунды, где в луны, как каменные тумбы, где с непривычки легко идти. Тень облака, плывущего над тундрой, тень птицы, пролетающей над тундрой детей, оленя, что бежит по тундре, перегоняют пешего пути. Если как-то, раз проснувшись утром, забыв на час о зеркале и пудре, ты попросила рассказать о тундре, и из благи белый я нашел тень облака, плывущего над тундрой тень птицы, пролетающей над тундрой детей, оленя, что бежит по тундре, и запросил бы я карандашом. Потом покончил с этим трудным делом, оставив место для ромашек белым, весь прочий затратил бы я смело зеленой краской радости для глаз. Потом себе выбрал кисточку потоньше и осторожно краску взяв на кончик, я синим бы раскрасил колокольчик, и этим бы закончил свой рассказ. Я повторять готов, живущий трудно, что мир устроен праздничный мудро, да мир устроен праздничный мудро. Пока молились каждый день тень облака, плывущего над тундрой тень птицы, пролетающий над тундрой детей, оленя, что бежит по тундре, а рядом с ними собственную тень. Тень облака, плывущего над тундрой тень птицы, пролетающий над тундрой детей, оленя, что бежит по тундре, а рядом с ними собственную тень. Сегодня увидел в интернете песню «Снег» в исполнении Кобзона. Это, если не ошибаюсь, 76-й год. Нет, неправильно, 67-й год. Запись с «Голубого огонька» 68-го года. Да-да, Саш, правильно, да-да. Знаю, есть такой. И номер сайта. Все могут посмотреть. Да. Он перевирает концов, правда, это уже. Так. Несколько слов о творчестве Михаила Анчарова, Константина Никольского. Вы знаете, что? Я думаю, что Зине верно, я просто не знаю. О них много пишут, мало смотрят, к сожалению. Единственное, о ком я могу сказать, человек, которому я написал довольно много в книге своей, написал литературную газету, к его, не дожил он до этого 80-летия, большую статью о нем. Михаил Анчаров, я даже стихи вам посвятил в моей последней книжке, которая еще не вышла, но я их не помню, к сожалению, наизусть. Это, по-моему, незаслуженно забытый, очень талантливый автор. Об остальных я, к сожалению, ничего сказать не могу, потому что я с ними не знаком. Если сейчас спелые, смелые барды, каким был Александр Галич, неужели сейчас так страшно? Я, например, понимаю замалчивание таких исполнителей, как... Что? Замалчивание таких исполнителей, как... Михаил Ножкин и Жанна Бичевская, с уважением. Насчет, ну, кто же замалчивает? Во-первых, насчет Жанны Бичевской, я только что слушал ее антисемитские и полуфашистские песни,
И мне стало грустно и стыдно за эту женщину. Поэтому ее не замалчивают. Откройте любой национал-патриотический сайт, и вы услышите ее песни в страшном сопровождении. О том, что надо пустить жидовскую кровь и так далее. Так что я не поддерживаю такую протестную лирику, уж вы меня простите. Даже отказался от нее. Это тоже форма протеста, это весьма странно. Прочитайте стихотворение, продавшую на вашу честь звезду. Сейчас вспомню. Да, дело в том, что вот 305, когда было себе, господи, сколько же это было, 300-летие моего родного города, и меня позвали в Питер, и говорят, что мы должны принять участие в концерте, где, значит, знатные жители Питера, в честь которых надо звезды и планеты. Я говорю, что извините, ничего, чуть не говорю. Наверное, вы ошиблись. Наверное, говорит, извините, наверное, вы ошиблись. Повесили трубку. Через 2 часа звали, не ответ, это вы ошиблись. Я с удивлением узнал, что, значит, в Ялтинской обсерватории была открыта в конце 90-х годов какая-то малая, значит, звезда, астероид, значит, вот нашей Солнечной системы, диаметром 15 километров, потому что вот мне вот академик Петровский, мы с ним вместе отмечали, а у меня, говорит, всего 9 километров. Вот. Ну да, не в этом дело. Да, а, значит, у меня есть виды стишок такой, «Мала планета». Дело в том, что действительно так получилось, что назвали планету Александр Городецкий, а в прошлом году я получил сертификат, что на Восточном Саяне в честь меня назвали перевал тоже. Он на карте есть, оказывается, все такое. Ну ладно, не в этом дело. А стишок такой. «Мала планета, названная мной, в диаметре 8 километров, она между Венерой и Луной летит в потоке солнечного ветра. Мои заслуги в том особой нет, но, полагаю, радоваться стоит, что между прочих солнечных планет и этот затесался астероид когда-нибудь во времени ином, такими же вот звездными ночами, и найдет на карте астроном, прочтет название и пожмет плечами. А кто захочет встретиться со мной, поставит диск и поглядит в окошко, где над Москвою в тишине ночной мерцает ярко, млечная дорожка. Спасибо. Итак, сегодня, кстати, вспомню песню. Когда думаешь, что от тебя может остаться, дай Бог, чтобы осталась хотя бы одна песенка. И вот эта одна песенка, может быть, вот эта, которую вы все знаете, написана далеко в 60-м году на севере. От злой тоски, от злой тоски, не матерись, не матерись. Сегодня ты без спирта, я На матери, идет последний караван. На матери, идет последний караван. Опять пурга, опять зима. Придет метель, звеня. Уйти в беда, сойти с ума. Теперь уж поздно. Для меня уйти в бега, сойти с ума, теперь уж поздно для меня. Здесь не весело, загрела, здесь дышат горы горячо, а помета ела, зеленый душ на плечо, а помета ела. Зеленой тушью на плечо. Я до весны, до корабля, доживу когда-нибудь. Не пухом будет мне земля, а камнем мне на грудь. Не пухом будет мне земля, а камнем мне на грудь. От злой тоски, не матерись. Сегодня ты без спирта, я на матери. Ушел последний караван. На матери. Ушел последний караван.
Я же рассказывал, по-моему, и читал стишки на один из дней рождения, много лет назад, я писал себе стихотворение «Подражение великим» с оригинальным названием «Памятник». Я обошел все континенты света, а город мой все тот же, с давних пор. Там девочка, склонясь у парапета, рисует мост, решетку и собор, звеня трамвай и чай, заглушая, качает отражение вода, а я умру, и часть меня большая не бежит от тлена никуда. Моих стихов недолговечен срок, бессмертия мне не дали глаголы, негромкий, незапомнившийся голос сотрут с кассет, предпочитая рок, прошу иного у грядущих дней. Другая мне нужна, Господня, милость, чтобы одна из песен сохранилась там общей, безымянной, не моей, чтобы в глухой, таежной стороне у дымного костра или под крышей ее бы пели голос мой, не слыша и ничего не зная обо мне. Это очень интересно. В советское время писали Иване Леброве, Германия, певец для существующей Руси. А сейчас вообще ничего. Несколько слов о певце, Живлев. Несколько лет назад, вот, уважаемый Бухарин, несколько лет назад, вот у меня с ним такая диалог. Я был в Зальцбурге, значит, в Австрии. Вот я был в Мюнхене на фестивале памяти замечательного молодого автора Виктора Шнайдера, да, из Питера. Вот. И я мы выступали в Зальцбурге, это был домашний концерт. Зальцбург, там, Моцарт и так далее. Вот. И ко мне на концерт пришел очень пожилой немец типичный, лысый человек, небольшого росточка, элегантно одетый с бабочкой. И, значит, ну и там похлопал, сказать, очень хорошего гитариста, вообще замечательные песни и прочее. На следующий день он пришел и принес кассету. А я ведь когда тоже выступал, это уже много лет прошло, вот я хочу перейти к кассету. Я вежливо попрощался, я чуть торопился, и он ушел. И мы поехали, значит, на поезд, значит, с этим, с Ильей Тимаковым. И в поезде раскрыл эту кассету, и вытащил Иван Ребров. Я был потрясен. Я голос Ивана Реброва я помню много лет, потому что на всех советских кораблях, это запрещенный исполнитель цыганских песен, который пел в ресторане там «Казак», пел «Казачок» и многие русские песни. Это было действительно, вот если была там вторая эмигрантская литература, то была вторая эмигрантская песня. Иван Лебров в «Красной рубашке», тогда еще с кудрями, видимо, олицетворял, значит, ее для всего мира. И могучий совершенно был голос и прочее. Я так пожалел, чтобы он мелькнул, и все, и не поговорить ничего. Понимаете, вот так. Значит, живой он, Иван Лебров. Это вот вопрос. Что у нас там дальше? Да, но я не думаю, что мы успеем даже прочитать все записки, но что-то такое попробуем. Давайте мы все-таки сейчас попробуем двинуться по песням, чтобы не втягиваться в диалоги, хотя это очень интересно. Так, ну вот, давайте. Ничего поднимем. Значит, в книжке стихов вашей жены оказалось много пропущенных, что белых, что ли, да? Приходите и обменяйте. Это, значит, бракованный экземпляр. Так, с балкона, это хорошо. Так, с днем рождения, спасибо большое. Спойте от нас, споем с вашей помощью, но это уже в конце, ладно? Мы еще пока не торопимся, да? Инженер кабельной техники Нелли. Очень люблю ваши песни, все жду, когда вы... Выступите в парк-кафе у Баяныча. Это что ж такое? Где ж такое? Там тоже у Баяныча. Я даже не знаю, что он существует. Дочь полярного летчика. Дочь полярного летчика, еще инженер кабельной техники. Спасибо большое. Ну, я когда впервые слышу о том, что такое кафе существует. Так что, вот. Так, раз. То есть я единственный кафе, где я выступаю, это детство глухаря. Спой, пожалуйста, «Острова Гваделупа». А я успел. Ксения, а «Вперед и ангел» спою. Это вот... Да, хорошо, спойду. Песня, посвященная памяти. Вот одна из моих книг избранных, первых непоцензурных, названа так, как эта песня. По-моему, она тут есть. Это память сотен тысяч людей, погибших в сталинских лагерях на Крайнем Севере. Я ткнулся носом в это, когда поехал работать на Крайний Север, когда в поселке Ермаково, в левобережье Енисея, груды мертвых паровозов лежали в болотах, вокруг были безымянные кладбища, когда в правобережье Енисея, в устье реки Сухарики стояли палатки нашей партии,
по весне вымывались кости из безымянных захоронений лагерных, когда по весне расстреливали зэков, чтобы летом завести новых. Память этих людей – перелетная ангел. Нам ночами июльскими не спать на север, не крутить нам по комнатам сладкий дым папирос. Перелетные ангелы летят на север, их нежное крылье обжигает мороз. Перелетные ангелы летят на север, их нежное крылья обжигает мороз. Опускаются ангелы на крыши зданий и на храмах покинутых ночуют они. А на утро снимаются в полет свой дальний, потому что коротки весенние дни. А на утро снимаются в полет свой дальний, потому что коротки весенние дни. И когда ветры теплые в лицо подуют, и от лени последней ты свой выронишь лом, это значит на век твою башку седую. Осенит избавление лебединым крылом, это значит на век твою башку седую. Осенит избавление лебединым крылом. Но не плачьте, братишечки, по давним семьям. Вы не врите, братишечки, про утраченный юг. Перелетные ангелы летят на север, и тяжелые крылья над тундрой поют. Перелетные ангелы летят на север, и тяжелые крылья над тундрой поют. Нина Сергеевна Саксонова. Если можно, спойте, пожалуйста, для нее песню «Синие песни». Поем? Забываю вещи, забываю даты, вспоминаю женщин, что любил когда-то. Забываю вещи, забываю даты, вспоминаю женщин, что любил когда-то. Вспоминаю нежность их объятий сонных, в городах заснеженных, в горницах тесовых, в теплую Японию улетали стаи, помню все, не помню. Почему расстались в теплую Японию, улетали стаи, помню все, не помню, почему расстались. Вспоминаю зримо декорации тени, бледный от грима, девочку на сцене, балаган запойный, песенный христалищ, помню все, не помню, почему расстались, балаган запойный, песенный христалищ.
все, не помню, почему расстались. Техномов обои, где под воскресенье я сон с собою находил спасенье. Засыпали поздно, поздно просыпались. Помню все, не помню, почему расстались. Засыпали поздно, поздно просыпались. Помню все, не помню, почему расстались. Странно, очень странно, мы с подругой жили, как чужие страны, комнаты чужие. Обстановку комнат помню до деталей. Помню все, не помню, почему расстались. Обстановку комнат помню до деталей. Все не помню, почему настать. Век устроен строго, счастье до утра лишь. Ты меня в дорогу снова собираешь. Не печалься полно, видишь, снег растаял. Одного не вспомню, почему расстались. Не печалься полно, видишь, снег растаял. Одного не вспомню, почему расстались. Это же страшное дело. Как писал все тот же Губерман, теперь я стар, к чему стенали, хожу к несведущим врачам, и себе воспоминания о жене диктую по ночам. Бахайский храм. На вершине Кармель, где стоит монастырь кармелитов, у подножия ее, где могила пророка Ильи, где склоняются католики, к небу возносят молитвы, евреи, качаясь, возносят молитвы свои. Позолоченным в синих лучах полыхают, у приехавших морем и суши всегда на виду. Возвышается храм новоявленной веры Бахай. Возле сада цветущего трижды в году. Возвышается храм новоявленной веры Бахай. Возле сада цветущего трижды в году. Этот сказочный храм никогда я тебе не забуду. Где все люди вокруг между собой в постоянном ладу. Одинаково чтут нам Христа, Магомета и Будду. И не молятся там, а сажают деревья в саду. Здесь фашечки обнимают прохладные земли. Здесь на клумбах цветов изваяния животных и птиц. Окружает тебя сочетание странных растений, что не знают границ, что не знают границ. Окружает тебя сочетание странных растений, что не знают границ, что не знают границ. Буду я вспоминать посреди непогоды морозы лабиринты дорожек по склонам сбегающих вниз, где на тине морской распускаются чайные розы, и над жаркой розой недвижный парит кипарис. Мы с тобой войдем в этот сад наклоненный пологом, и не тихая птица над цветами закружится вновь, и тогда мы вдвоем осознаем присутствие Бога. Ибо Бог есть любовь, ибо Бог есть любовь. И тогда мы вдвоем осознаем присутствие Бога. Ибо Бог есть любовь, ибо Бог есть любовь. Все записывать нам не удалить.
Витя, ты уже заказывал 5 песен, сиди спокойно. Люди преподнимают сейчас, спокойно. Поем, чисто просто споем. Тут есть моих коллег очень много. Спойте, пожалуйста, одну из песен. Того, когда вы были. Когда вы были, вот оно счастье. Я чуть не... Да, ну, трудно сказать. Я не очень, так сказать, но счастье. Спасибо, что за кафедрой оказалось. Нет, что-то не понимаю. Мы с дочкой тоже пострадали. От жены французского посла. От жены французского посла, да, Катя говорит. Вот это, примите мои соболезнования. Страдающую жену французского посла. А, ну что, замечательно. Так, из стиховой поэзии. Урок литературы хотите прочитать, да? Ну, давайте. Да. В прошлое заглядывая хмуро, вспомнил, забывая про дела, педагога, что литературу в нашем классе некогда вела, свой предмет, которому учила, полюбила с юности она. И от этой, видимо, причины коротала жизнь свою одна. Внешним видом занималась мало, на уроках куталась в пальто, и меня от прочих отличала, сам уже не ведаю за что. Но судьба любимчиков капризна и в итоге неизменно зла. Пушкин однолюбом был по жизни, как-то раз она произнесла. Пушкин был по жизни однолюбом. И примерный прежний ученик засмеялся громко и грубо, и познал, наверное, из книг Вульфа, Вересаева и прочих, их прочтя с прилежностью большой, что не так уж был и непорочен африканец с русской душой. Повица, имевшая глазку, в дневнике Михайловском строка. Дескать, я надеюсь, что на Пасху. Далее по тексту дневника. Хлеб был внезапно, был прекрасен. Голос по-девически высок. Городейский, встаньте, вон из класса. Двойка за сегодняшний урок. Еще ушам своим не веря, получивший яростный отлуп, снова я слышал из-за двери, Пушкин был по жизни однолюб. Женщин на пути его немало, но любовь всегда была одна. В том, что я нашел он идеала, не его, наверное, вина. Мне ее слова понятны стали через 50 с лихвою лет, подмечая новые детали, наблюдая пушкинский портрет, горькие трагические губы, сединой тронутая бровь, навсегда остался однолюбом, жизнью заплатившим. Я знал песню, кстати, песня называется «Поэт». Начинается все с вакханалий, с буйных оргий, сатиров и лимф, где кефары уместны едва ли, а потом превращается в миф. Начинается с пения свирели, что веселый ведет хоровод, а кончается все на дуэли, где от пули судьба не спасет. Кончается все на двери, где от пули судьба не спасет. Начинается все же с верлибра, с долгих танцев на темных ветрах, где какую подругу не выбрал, все прекрасно на первых порах. А кончается в русской метели, и пройдя этот горестный путь, как во лошадь своем, как кибели, не сумеешь назад повернуть. Как положен в своем, как ты бели, не сумеешь назад повернуть. Начинается с пьяного пира и плетенье веночка из волос, окончается драма Шекспира, где актер погибает всерьез. Начинается с пляски по кругу, с возлияния на белой скале, окончается зимней вьюгой и свечой, что горит на столе. Окончается зимней вьюгой и свечой, что горит на столе. Так, увы, время истекает быстрее, чем записки. Сейчас я просто пытаюсь просмотреть. В Австралии был, в Антарктиде был. Что-то еще. Где вы, скажите, где вы не были?
Ну, вообще, есть какие-то места, где я вообще не был, но, в принципе, их немного. Я начал купался во всех океанах, это точно, в том числе в Ледовитом океане, что в Карском море пьяный моторист зашел на рейдинг с того борта и перевернул наш вельбот. Ну, все считается действием полного бандера. Да. А живут много где. Да. Перекаты спаем вместе. Жену французскую спаса уже спели. Сейчас я быстренько, так сказать, лапидарно. Очень интересует ваш исследование. Аэропорт, сейчас минуточку, не надо. По поводу Что? Мои исследования по поводу перехода еврейского народа через Черное море? Через Черное. Нет у меня таких исследований, братцы. Но в интернете есть только жалко. Что, до меня ссылки? Конечно, грабители ожидают, что когда евреи переходили Красное море, которое... Стоп, ребят, братцы, это не другое. Значит, вот что были, какие были мне исследования, какие у меня и фильмы были, вот это «Атланты в поисках истины», целый фильм о том посвящен. Это по поводу того, что библейские мифы имеют реальную геологическую основу, я пытаюсь доказать, я делал сообщения об этом не только в России, но и в Тель-Авивском университете, и в Иерусалиме, где против меня выступили все религиозные люди. Обвинениями в богохульстве, о том, что когда Моисей вел свой народ, значит, из Египта, да, то он вел их не только Красного моря, во-первых, потому что Ям-Суф, Ям-море, Суф, еще на арамейском, означает красное. Но на арамейском не только Суф, не только красный, но и тростник. Если бы Моисей вел свой народ только Красное море, куда бы они пришли? К центру Африки, а не туда, куда они пришли, да, в Судан куда-нибудь, к югу. Вот. Это длинная, целая лекция, не буду я сейчас ее сам. Но там действительно я доказываю, что цунами утопило войско фараона, и когда было это цунами. Так же, как пытаюсь доказать, что гибель Содома и Гоморры – это реальный медицинский факт, это рифтогенез, соленокупленная тектоника, рипогеологические выбросы, метана воспламенившегося. Это все, действительно, этим я занимался, и это я доказываю как-то. И что к Библии надо относиться внимательно, ибо там все, что там записано, это все имеет реальное, как бы, имело основание. А насчет Черного моря я... Как-то не знаю. Я посмотрю в интернете, да? Но оно красное. Но не через Красное море они шли. Вот. А они шли вдоль, и не Красного моря, а море тростников по Страбону, то есть вдоль Средиземного, на восток. Недавно был день метеоролога. Испытание для метеоролога. Не знаю, что-то у меня с погодой как-то сейчас. Приглашение к плаванию пиратскую. Давайте пиратскую. Мы приближаемся к концу. У нас там 2-3 вещи, а про погоду. Когда закрыт аэропорт. Это одинаковый про Лермонт и про метеоролог. Поехали. Нет, сначала аэропорт. Когда закрыт аэропорт. Мне в шумном зале вспоминается иное. Басни летят во весь опор, негромко лошади вздыхают за стеною. Поля крестные мокры, доступы верни ни огня, ни человека. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Сидеть там вместе до утра. Давайте с вами познакомимся получше. Из града славного Петра, куда, скажите, вы торопитесь, поручик? В края обвалов и жары, под бронь начальства и под выстрелы обрека. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Куда не ехать, не идти, в любом столетии, в любое время года. Разъединяют нас пути, объединяют нас лихая непогода. О, как друг другу мы добры, когда бесчисленны будет распутиться на реках. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Какая общность в этом есть,
Такие зыбкие нас связывают нити. Привычка чокается здесь, Байцфельгейрем гонимый и гонитель. Оставил спор до поры, вино за здравную печаль лучше. Ах, постояли дворы аэропорты 19 века. Ах, постояли дворы аэропорты 19 века. Пора прощаться нам, друзья, окошко низкое в рассветной позолоте. Неся нас в разные края, рванутся тройки, словно лайнеры на взлете. Так меряет карточный игрой раскодорожная до будочки калека. Ах, постоялые дворы аэропорты 19 века. Ах, постоялые дворы аэропорты 19 века. Остальные записки в 80-летие, что ли? Атланты споем. Я прошу к чаю, досмотрю до конца, я как-то всегда стараюсь. Костревной Александр Николаевич, вот это слово. А на Арбате падает снежок. Так. Пожалуйста, заведите на сайте Центра авторской песни страничку с афишей концертов Городницкого в Москве. О, а то на его сайте только питерский концерт. Правда, не может быть. Давайте попробуем, да, интересные мысли. Так, значит, правда ли, что Владимир Высоцкий пел вашу песню, пел, погреб черный язык, я, где-то была запись, да. Вот я сам пытаюсь, кстати, эту запись, эти вторую запись, которой нигде нету, нашей с ним беседы, покойной Жене Клящей, на Ленинграде, она тоже существует. Прочитайте, пожалуйста, стихотворение «Росло по крови». Да, из-за этого стихотворения надо вам сказать, что если вы откроете интернет, то, значит, там последний номер журнала «Хайм», по-моему, есть интервью с моим сыном, нет, да, в мартовском, как он относится к стихотворению, которое, так сказать, а сын у меня религиозный, живет в Израиле. И он неоднозначно относится к этому стихотворению, как и многие мои соотечественники, то есть не соотечественники, как сказать, братья по крови, точнее, да? Вот, и вот в Калифорнии, например, жесткая позиция с еврейской стороны я вот совсем недавно на себе испытал. И очень много обидных всяких вещей мне пишут люди. Но, понимаете, значит, что касается... Одинаковая позиция идет со стороны, значит, нацистов русских к этому стихотворению, и со стороны уже очень ортодоксальных, значит, евреев. Что касается вторых, то я вынужден был даже по радио в свое время «Голос Америки» простирать стихи все того же моего любимого друга Губермана. Неожиданным открытием убитый развожу его заявление руками, ибо думал, как и все антисемиты, что евреи не бывают дураками. Вот это же... Вот. Что касается стихотворения, с удовольствием прочитаю. Наша последняя моя книга, вышла в Израиле, однотомник, так и называется «Родство по слову». Я принципиально назвал его таким образом, потому что рассчитываю на умных собеседников. Неторопливо, истина простая, в реке времен нащупывает брод. Родство по крови образует стаю, родство по слову создает народ. Не от того ли смертных поражая, непостижимой мудростью своей, Бог Моисею передал скрижали, людей отъединяя от зверей. А стае не нужны законы Бога. Она живет завету вопреки, там ценится в сознании у Бога лишь цепкий нюх, да острые клыки. Своим происхождением не скрою горжусь и я, родителей и любя. Но если слово разойдется с кровью, я слово выбираю для себя. И не отыщешь выхода иного, какие возражения не готовь. Родство по слову порождает слово, родство по крови порождает кровь.
так сказать, заказ мне здесь петь. Мы приближаемся к концу, с вашего позволения, я спою. Сейчас так, сейчас смотрю. Вы обещали писать песню Наташи Архитектор. Я обещал писать песню Кариатида. Сегодня вы слышали уже песню от имени Кариатида. Я думаю, что частично как. Так. Это мы спели. Так. Спасибо. Так, все, последняя, надеюсь, записка. Верите ли вы в Бога? И как вы относитесь к предложению преподавать закон Божий в школах? Отрицательно отношусь. В таком случае надо преподавать другие законы. Потому что преподавание закона Божьего в школах сразу же вызовет в России, на 1/3 мусульманской стране, не говоря же других официальных конфессий, это вызовет большое, так сказать, не дай Бог. У нас и так много чего. Мы и так находимся с вами в стране, которая на грани, так сказать, конфронтации и распада. Не дай Бог это, если будет, потому что это вызовет большую реакцию и на местах, и прочее. Я считаю, что это неверно. Я вообще считаю, что нельзя сращивать государство и, значит, вот, официальное. Нельзя делать клерикальное государство. Вон я, передо мной пример маленького и героического Израиля, где эта проблема существует. Серьезно существует. Там люди, которые верят в Бога, не признают этого государства, не позволяют, что не мешает им пользоваться защитой и так далее. Это может быть не нужно этого делать. Что касается Бога, понимаете, это отношение достаточно интимное. У меня когда-то давным-давно, вот я ученый, пардон, я неправильно говорю, я занимаюсь наукой. Я не ученый, нет, не мне судить. Вот. Я хочу сказать, что в конце я занимался древним континентом, историей Земли. Многими вещами. Я свято верил в теорию эволюции Дарвина. Сейчас я сомневаюсь. Не в справедливости, конечно, а теории видов, да? Я же такой идиот. А в том, что в развитии Земли существует целый ряд, когда цепочка прерывается. Я сейчас начал верить в дополнение теории катастроф великого Жоржа Кювье. Потому что я знаю эти периоды. И у меня есть модель гибели Земли, или модель Жоржа, биоды, например, Земли. И я берусь показать, когда и как это было. Я сейчас только что в Харвард сделал доклад на этот счет. И там с Бамбахом, там с их физиологами, с их у нас получилась интересная корреляция с коэффициентом корреляции 0,97, совпадение инверсии магнитного поля и гибель всего живого на Земле в позднем миру и так далее. Понимаете, нет цепи эволюции непрерывной. А следовательно, кроме того, мы не можем объяснить многие вещи, не хочу времени, нет. Возникновение жизни на Земле и появление человеческого разума. Поэтому говорить о том, что мы отрицаем какое-то другое, нам неизвестное, четвертое, пятое, двенадцатое измерение, как его не называть, потому что вот Бог не имеет имя. Вот, понимаете, я не говорю, когда давным-давно я написал стихотворение в городе Лиссабоне. Сейчас, если это ответ. Сейчас. В старинном соборе играет орган. Среди сытой Лиссабона тяжелое солнце, садясь в океан, горит за стенами собора романского стиля скупые черты. Тепло уходящего лета, о чем чужеземец задумался ты в потоке вечернего света, о чем загрустила недолгая плоть под каменной этой стеною, о счастье, которого не дал Господь, о жизни, что вся за спиною. Скопление чая кружит, как пурга, над берега пестрой лентой. В старинном соборе играет орган, на самом краю континента, где нищий в лиловой таящейся мгле склонился у входа Бога. Не вечное присутствие нас на земле, но вечно присутствие Бога. Звенит под ногами коричневый лист, зеленый юный вчера лишь. Я так сожалею, что я атеист, уже ничего. В заключение, если можно, хочу прочитать стихотворение, которым заканчивается книга «Коломна», для меня очень существенно. И споем тогда «Атлантов», да? И «Брикад», все. Так. Определение дома. Жил я достаточно долго. Где я умру, неизвестно. Определение дома. Определение места. Все опоздать его силище, запечатлеть в слове. Я родился на Васильевском, мать и отец в Могилеве. Внучки родились в Израиле, рядом с погибшим Содомом. Кто растолкнует мне правильно, что мне считать своим домом?
Гнал ураган меня галсами с яростью невыносимой. В спальный мешок забирался я, пахнущий дымом и псиной. Север пургой меня подчивал над океаном бездонным. Кто объяснит мне доходчиво, что мне считать своим домом? Долго не ведал я баловень истины в горьких обладках. Жил я подолгу на палубах разных судов и в палатах. Там ли для мыслей подобных попросту не было времени определение дома, определение племени. Живший стихами и песнями, был бы, возможно, всегда я счастлив с подругою, если бы не появлялась другая. Таинство детского лепета, блин, что останется комом. Кто объяснит мне бестрепетно, что мне считать своим домом? Предки, что газом удушены, в братские исчезли могиле. Дом мой в блокаду разрушенный, люди обжили другие. Необратимо потеряно все, что с рождения дано нам. Кто объяснит неуверенно, что мне считать своим домом? Город ли желто-медовый? Это заснеженные мысли, определение дома, определение смысла жизни, что теплится вроде бы, значит, не кончился порох. Определение родины, призрачной точки опоры. И холодно в груди, к ступеням Эрмитажа, и в сумерки вели, где без сытья и хлеба, забытые века, атланты держат небо на каменных руках, атланты держат небо на каменных руках, держать его в махину не бьется старый, напряженные спины, колени сведены, и тяжшая работа. Важнее иных работ, из них ослабнет кто-то, и небо упадет, из них ослабнет кто-то, и небо упадет. Во тьме заплачут домы, повырят поля, и встанет крик белой, и кончится земля. А небо год от года все давит тяжелей, дрожит оно от гуда ракетных кораблей. Дрожит оно от гуда ракетных кораблей. Стоят они, ребята, точёные тела, поставлены когда-то, а смена не пришла. Их свет дневной не радует, им ночь видосна. Их красоту снарядами уродует война. Их красоту снарядами уродует война. Стоят они навеки, упершу в их беду. Небоги человеки, привычные к труду, и жить еще надежде до той поры пока. Атланты небо держат на каменных руках, атланты небо держат на каменных руках. Спасибо! Тебе провожатый, а на чистых прудах лебедь белый плывет, отвлекая вагоном вожатый. А на чистых прудах лебедь белый плывет, отвлекая вагоном вожатый. На бульварных скамейках глядит малышня, на бульварных скамейках разлуки. А ты забудь про меня, ты забудь про меня, не заламывай тонкие руки. А ты забудь про меня, ты забудь про меня, не заламывай тонкие руки. Я смеюсь пузырем на осеннем дожде, надо мной городское движение, а все круги
на воде, все круги по воде разгоняют мое отражение. А все круги по воде, все круги по воде разгоняют мое отражение. Все, чем ставлен на этой земле, знаменит тебе в твоей горе сдержатой. А на чистых прудах лёд коньками звенит, отвлекая вагоны лошадых. А на чистых прудах лёд коньками звенит, отвлекая вагоны лошадых. Спасибо. Я не могу не похвастаться, я уже дважды хвастался, еще раз. Год назад мы были в Иркутске, в филармонии, большой концерт, зал большой, 1000 мест. Директор говорит: Александр Васильевич, странно, на вас люди пришли, я никогда филармонии не видел. А в ранней осень приехали геологи со всей тайги окрест, для меня посмотрели, из Байкала. И, значит, я выхожу в фойе в перерыве и слышу, один здоровый мужик с бородой говорит: здорово, интересный к нам человек приехал, а все наши песни знают. Все перекаты, да перекаты, поставь бы их по адресу. На это место уж нету карты, плыву вперед по адресу. На это место уж нету карты, плыву вперед по адресу. А где-то бабы живут на свете, друзья, сия за водкою, владеют камни, владеет ветер, твоей дырявой лодкою. Владеет камни, владеет ветер, твоей дырявой лодкою. К большой реке я на утро выйду, на утро лето кончится. И подавать я не должен виду, что умирать не хочется. И подавать я не должен виду, что умирать не хочется. Если есть там с тобой кто-то, не стоит долго мучиться. Хор! Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится. Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится. Все перекаты, да перекаты, поставь их по адресу. На это место уж не руками, плыву вперед по адресу. На это место уж не руками, плыву вперед по адресу. Спасибо. До следующих встреч, какие наши годы, правда? Спасибо. Дорогие друзья, я выхожу сюда, очень прошу Евгения Федора выставить в зале, а также Сергея Викторовича и Валентина Ивановича подойти ко мне. Спасибо.